Председатель Совета ветеранов Одинцовского УМВД Александр Тарасов совместно с представителями окружной организации ветеранов органов внутренних дел пригласили на экскурсию в управление резервную сборную олимпийской команды по волейболу. Спортсменам рассказали об истории создания самого первого отдела милиции, который находился в Звенигороде, показали предметы обмундирования и снаряжения сотрудников органов внутренних дел, личные вещи полицейских разных эпох, фотографии, муляжи наград, архивные документы и боевые знамена. После посещения музея гости вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, а на память о встрече подарили в подарок музею волейбольный мяч со своими автографами.